Экологический взвод Северного флота на острове Котельный выполнил программу по сбору металлолома более чем на 80%. Военнослужащие собрали, спрессовали и подготовили к отправке на материк 243 тонны металлолома. Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля. Большая часть мусора – это оставленные в советские времена 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов, при этом объем тары уменьшается в несколько раз, что позволяет более компактно укладывать ее в контейнеры. Впервые работа по очистке арктического острова Котельный силами флота началась в 2015 году. За три года специалисты подготовили к утилизации более 3000 тонн металлолома. По завершению сезона по очистке арктических территорий контейнеры, спрессованные бочкотарой, доставляются морским транспортом в порты Мурманской и Архангельской областей. Работа эко-взвода продлится до сентября.